Да-да, они ждали этого момента более 4 месяцев. И вот, наконец, рестораны снова смогут распахнуть свои двери. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор. Конечно, многие заведения в период пандемии перешли на новый режим, организовали доставку и самовывоз, а после открыли летние веранды, которые так полюбились изголодавшимся горожанам. Сейчас же, чтобы возобновить полноценную работу и принимать гостей, кафе и ресторанам придется соблюдать строгие правила. Надо понимать, что сейчас нас коснутся изменения. Изменения будут касаться всего зала. То есть это всегда антисептики на столах, которые уже нас не покинут. Да? Это наборы одноразовых перчаток, это озоновая обработка, это наша личная инициатива. Проветривание регулярное помещение. Да? Санитарно обработали вентиляционную шахту, всю полностью, вытяжку и приточку. Обработали помещение в целом, протерли все столы антисептиком. Мы почти готовы. Почти готовы. Но это 99%, потому что мы только собираем документы. И спасибо нашему губернатору, что дал нам возможность работать. Это для нас великое счастье. И с огромной любовью в сердце мы готовы встречать наших гостей.